это о том, вот я зачитывал о том, что СССР развязал Вторую мировую войну. Вот о чем. Я считаю, что надо открыто провести СССР по той простой причине, что были публикации, которые у нас были в нашем общественном чате, и депутаты их в общий доступ уже опубликовывали. Поэтому, если мы сейчас будем говорить об этом, то уже, я не знаю, там, наверное, половина партнеров знает, о чем идет разговор. Напомню, что в прошлый раз я вам зачитывал обращение от жителя, это не аноним. Значит, мы с ним и переписывались. Значит, но мы этот вопрос вынесли на законодательный комитет. Я сейчас предоставлю слово Виктору Петровичу. Этот вопрос рассматривался. Но сегодня пришло другое еще от этого жителя. Кстати, осталось 2 дня, когда мы формально должны ответить. Но тут-то вопрос уже похлеще. Тут уже вопрос к нам с вами, а не к Виталию Александровичу. Уважаемые депутаты, на мое обращение, направленное 20 января 2021 года на электронную почту Совета депутатов, до сегодняшнего дня не поступил ответ. Более того, мое обращение не было надлежащим образом рассмотрено на заседании Совета депутатов. Но я считаю, что вот как раз сегодня мы имеем все вовремя и все нормально. Правоохранительные органы могут расценить такое бездействие со стороны Совета депутатов, как укрывательство преступления. Повторно требую рассмотреть мое обращение, ранее направленное в адрес Совета депутатов городского округа Протвино, и незамедлительно принять меры. Видите, как достаточно сурово. На ваш ответ, направленный 2 февраля 2021 с содержанием, уважаемый Максим, могли вы прислать в наш адрес подтверждающие документы к вашему обращению по депутату Павлу. Кстати, он прислал нам, на самом деле, один из сканов, да? Мы хотели, что, вот, может, еще что-то он нам пришлет. Сообщаю следующее. Каждый депутат Совета депутатов Протвино имеет доступ к группе мессенджера WhatsApp, в которой были допущены гражданкой Павловой высказывания о том, что виноваты в развязанной Второй мировой и Великой Отечественной не нацистская Германия, а СССР. Многие депутаты вступили с ней в беседу по этому поводу. В связи с чем считаю, что требовать от жителей города подтверждения того, что находится указанный член Совета депутатов в электронном устройстве смартфон, неприемлемо. Повторно требую на ближайшем совете заседания Совета депутатов рассмотреть вопрос в обращении Совета депутатов в соответствующие правоохранительные органы для привлечения Виталия Александровича Павлова к ответственности. Житель города Протвино Алексеев Максим Игоревич. Ответ прошу по данному рассмотрению направить на электронную почту. Так что вопрос сейчас уже к нам. Виктор